кардиологические особенности ведения пациентов после ковида, профессор Юрий Викторович Овчинников, с моим участием, мое участие здесь, но тем не менее у нас как бы общие некие взгляды на проблему, мы их все время обсуждаем. Пожалуйста. Глубоко уважаемый Павел Андреевич, глубоко уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется доклад, посвященный кардиологическим проблемам на фоне коронавирусной инфекции. Данный доклад у нас поддержан компанией Merck. Ну, я хотел бы остановиться прежде всего на том, что проблема коронавирусной инфекции, которая нас захватила и уже 2 года не отпускает, она касается огромного количества пациентов, больных пациентов, и самое главное, что она приводит к летальным исходам. И на фоне коронавирусной инфекции в нашей стране отмечается достаточно серьезный рост избыточной смертности. Избыточная смертность – это смертность, которая больше, чем ожидаемая, связана с внешними причинами, как правило. И на все зарегистрированные случаи коронавирусной инфекции приходится около 6,5% количества умерших в стране, или 56% всех смертей от избыточной смертности. И, к сожалению, один из основных вкладов в эту смертность носит именно как раз болезни системы кровообращения. Если посмотреть на сердечно-сосудистую, на связь летальных исходов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в европейском регионе, то хотелось бы отметить, что 88% всех смертей приходится на людей старше 65 лет. И при этом у 95% из них было хотя бы одно из них заболевание. А в 76% это заболевание было сердечно-сосудистым. Каковы же основные причины роста смертности? Ну, прежде всего, это недостатки в оказании первичной медико-санитарной помощи у нас в стране. Все прекрасно знают состояние оказания этой помощи. Недостатки оказания специализированной медико-санитарной помощи. Это и снижение возможности плановой госпитализации в связи с ограничением для госпитализации и перераспределением количественных фондов. Это грубое нарушение санитарных противоэпидемических правил, которые наблюдаются. Это применение антибиотиков не по показаниям, бесконтрольные использование тяжелых иммуносупрессорных препаратов, свертывание программ по вторичной профилактике заболеваний, сложности в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний на фоне протекающей коронавирусной инфекции, а также особенности течения самой коронавирусной инфекции. В самом начале развития эпидемии коронавирусной мы все прекрасно знали, что это первичная респираторная инфекция. В последующем стало понятно, что не только касается легких, но и поражает прежде всего сосудистые эндотелии с развитием иммунологических реакций. Помимо этого развиваются гиперимунные реакции и диссеминированные внутрисосудистые свертывания системы крови. Достаточно характерным отмечается тропность иммунных поражений к нервным тканям, а также развитие специфического ДВС-синдрома с вовлечением многих органов и систем. И очень интересно, что в постковидный период также отмечается развитие иммунных или аутоиммунных реакций в виде тромбоваскулита и длительного течения. Если посмотреть по причинам смерти от ковида, по данным Российского кардиологического общества, отмечается, что в 53% причиной являлась дыхательная недостаточность, в 33% это сочетание дыхательной и сердечной недостаточности, и в 7% только сердечная недостаточность. За последнее время издано достаточно много рекомендаций, посвященных изучению коронавирусной инфекции. Главными у нас считается это изданные под руководством Министерства здравоохранения, уже вышла 13-я версия, последняя вышла совершенно недавно, 14 октября этого года. Хотел бы остановиться на руководстве по диагностике и лечению болезней системы кровообращения в контексте пандемии COVID-19, подготовленной Российским кардиологическим обществом. И не без гордости хотел бы отметить, что изданы недавно рекомендации по ведению больных с коронавирусной инфекцией в острой фазе и при постковидном синдроме в амбулаторных условиях, подготовленные под редакцией профессора Воробьева Павла Андреевича и с участием многих специалистов Московского городского терапевтического общества.
Ну, в частности, в этих рекомендациях, в наших рекомендациях Московского городского общества терапевтов, в частности, очень большое внимание уделяется постковидному синдрому. Что же такое постковидный синдром? Ну, все прекрасно знаем, что острая форма – это до 4 недель, а сохраняющаяся или продолжающаяся течение – от 4 до 12 недель. И постковидный синдром считается чисто временной интервал более 12 недель, когда сохраняются признаки и симптомы, которые появились или во время инфицирования, или после инфицирования, и которые невозможно объяснить альтернативным диагнозом. Для постковидного синдрома характерны достаточно многие симптомы и синдромы, которые при острой форме наблюдаются. И я хотел бы остановиться на том, что в наших рекомендациях, несмотря на то, что они изданы позже, чем Минздравовские и чем Российское общество кардиологов, впервые было указано, что пероральные антикоагулянты являются базовой терапией для лечения коронавирусной инфекции. Это было высказано мнение уже в январе 2020 года и были введены в рекомендации Московского городского общества терапевтов уже в апреле 2020 года. И было предложено продолжать применение этих препаратов для лечения, в том числе и постковидного синдрома. И эта тактика отражена многими авторами, которые вошли в редакцию этих рекомендаций. И хотел бы отметить, что работает с августа 2020 года медицинское бюро Павла Воробьева, о котором вы все прекрасно знаете, да, и в котором прошло достаточно большое количество людей с коронавирусной инфекцией. Влияние коронавирусной инфекции на сердечно-сосудистую систему разнообразно и обширно. Но прежде всего оно обусловлено генерализованным повреждением эндотелия и с развитием эндотелиальной дисфункции. Это все приводит к гипервоспалению, гиперкоагуляции, развивается тромбоваскулит. Помимо этого отмечается нарушение регуляторных и нервных структур, это и центральная нервная система в виде энцефаломиелита, это и поражение кардиоваскулярного сегмента симпатической и парасимпатической нервной системы. Это, в свою очередь, может приводить к гипоксии и в конечном итоге или к усугублению имеющихся заболеваний, которые были до коронавирусной инфекции, такие как артериальная гипертензия, аритмия, сердечная недостаточность, так и возникновение новых заболеваний. Инфаркт миокарда, стенокардия, артериальная гипертензия, аритмии, сердечная недостаточность. Если посмотреть на патогенез влияния вируса на организм, на сердечно-сосудистую систему, то, ну, во-первых, хотелось бы отметить, что по данным вскрытия около 40% имеют поражение сердечно-сосудистой системы, но хотелось бы отметить, что до микроваскулярного поражения, как правило, при вскрытии не доходит. Мы видим только грубую патологию. Если посмотреть на внутренние механизмы, ну, прежде всего, проникновение вируса в организм идет через систему сердечно-сосудистого регулирования. Это ангиотензин, превращающий фермент второго типа. В свою очередь, возникновение и проникновение вируса провоцирует развитие так называемого цитокинового шторма. Это, в свою очередь, приводит к дыхательной недостаточности, к дисфункции, гипоксии, дисбалансу между метаболическими потребностями и снижением сердечно-сосудистого резерва. На этом фоне, на фоне хронического или острого воспаления, могут провоцироваться разрывы атеросклеротической бляшки, возникают риски тромботических осложнений и генерализованные или же очаговое микроваскулярное поражение. Если посмотреть на взаимосвязь коронавирусной инфекции и сердечно-сосудистых заболеваний, то хотелось бы отметить, что прежде всего любой инфекционный процесс может спровоцировать развитие острых или обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. При этом сердечно-сосудистые заболевания не ассоциированы с более высоким риском заражения коронавирусом. Но оно ассоциировано с более высоким риском осложнений на фоне присоединения развития инфекции. Пожилые пациенты, у которых чаще встречаются сердечно-сосудистые заболевания, они и чаще инфицируются коронавирусом. Здесь достаточно сложные взаимоотношения, может быть, от того, что и иммунная система больше страдает, может быть, какие-то более тонкие механизмы. Это еще требуется дополнительные исследования.
Что же делает коронавирус в организме? Ну, прежде всего, он может вызывать острые повреждения миокарда и сердца. Он может вызывать дестабилизацию существующих сердечно-сосудистых заболеваний. Возможно, в постковидном периоде хроническое повреждение сердечно-сосудистой системы. И не следует забывать о наличии кардиотоксичности противовирусных препаратов. Те препараты, которые применяются и были рекомендованы на начальном этапе лечения коронавирусной инфекции, они обладали достаточно серьезной кардиотоксичностью. Каковы же острые состояния, которые описаны на фоне коронавирусной инфекции? Прежде всего, это острое миокардиальное или кардиальное повреждение. Это миокардиты, достаточно часто в проценте случаев. Острый коронарный синдром, различные виды нарушения ритма сердца, острая сердечная недостаточность с крайним появлением в виде кардиогенного шока и различные венозные тромбоэмболии. Неотложное состояние, которое непосредственно связано с вирусом, но прежде всего это повреждение миокарда, это повреждение коронарных артерий, это развитие кардиогенного шока, это декомпенсация сердечно-сосудистой недостаточности и достаточно часто, к сожалению, повреждение центральной нервной системы. Если посмотреть на хронические течения сердечно-сосудистых заболеваний, то на фоне коронавирусной инфекции возможна декомпенсация вследствие несоответствия метаболических потребностей и сниженного сердечно-сосудистого резерва. Это высокий риск осложнений вследствие разрыва атеросклеротической бляшки при вирусно-индуцированном воспалении. Это риск тромботических осложнений, о которых мы говорили. Это и тромбоз стентов, это и развитие других тромботических осложнений, а также развитие полиорганной недостаточности, которая может быть обусловлена и провоспалительным цитокиновым ответом на фоне вирусной инфекции. Каковы же органы и системы, которые могут подвергаться воздействию этого вируса? К сожалению, нет в организме ни одного органа и системы, которые бы не были задействованы на фоне коронавирусной инфекции. Еще раз повторяю, что точка приложения вируса – это, прежде всего, эндотелий. Эндотелий – это сосуды, которые наблюдаются во всех органных системах, поэтому практически все органы и системы могут быть задействованы в поражении этим вирусом. На первое место, конечно, выходит дыхательная система, но сердечно-сосудистые нарушения, они также остаются достаточно серьезной причиной летальных исходов. В частности, вот к примеру, кардиологическое отделение больницы имени Виноградова, основными осложнениями на фоне коронавирусной инфекции были, прежде всего, это нарушение ритма сердца, это нестабильная или дестабилизация артериального давления, различные синкопальные состояния, декомпенсация хронической сердечной недостаточности, развитие миокардитов в очень большом проценте случаев, а также сопутствующие патологии, повреждения почек, кожные проявления, а также легочная гипертензия. Если посмотреть на сочетание или распространенность заболеваний, различных заболеваний по данным из Китая, Китайской Народной Республики, то хотелось бы отметить, что в 40% случаев коронавирусной инфекции у пациентов отмечались нарушения ритма сердца. Практически в 30% отмечались развитие артериальной гипертензии, сахарного диабета и чуть в меньшем проценте тромбоэмболии. Хроническая сердечная недостаточность у пациентов с коронавирусной инфекцией отмечалась в 23%. В другом исследовании, в котором было исследовано почти 1100 пациентов госпитализированных, отмечалось, что течение коронавирусной инфекции тяжелого течения или же с неблагоприятными исходами было ассоциировано с артериальной гипертензией, с ишемической болезнью сердца, с сахарным диабетом, а также с любыми другими заболеваниями. При этом на риск тяжести течения прежде всего оказывали влияние это сердечно-сосудистые заболевания, относительный риск был повышен почти в три раза, артериальная гипертензия, относительный риск составил 2,03, и сахарный диабет. Но это немножко было недостоверно. Какие же
изменения выявляются при коронавирусной инфекции? Ну, прежде всего, самые частые сочетания коронавирусной инфекции – это артериальная гипертензия и сахарный диабет. Они встречаются практически у 30% пациентов. У пациентов с тяжелым течением, как правило, более высокая частота сердечно-сосудистых заболеваний. В этой же группе пациентов отмечалась наибольшая летальность. И, к сожалению, до настоящего момента механизмы этих ассоциаций не совсем понятны. Обсуждается, что более высокая распространенность просто сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых пациентов. Не исключаются варианты функциональных нарушений иммунной системы у пожилых пациентов. Обсуждаются вопросы также о влиянии ангиотензин-превращающего фермента или ангиотензин-превращающего рецептора, а также других сигнальных путей ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. На фоне этих изменений, как правило, отмечаются прежде всего учащение частоты сердечных сокращений, и практически у 28%, почти у 30% случаев коронавирусной инфекции пациенты жалуются на тахикардию. По данным исследования, более чем 2000 пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, отмечалось, что симптомы через 79 дней после начала инфекции сохранялись в покое у 32% лиц. Из них наиболее часто это именно как раз была слабость, одышка и чувство сердцебиения. Какие же виды нарушений сердечного ритма возможны на фоне коронавирусной инфекции? Практически все виды нарушений ритма. Чаще всего отмечается синусовая тахикардия, могут отмечаться и брадикардия. Очень часто возникает постуральная ортостатическая тахикардия, или же развитие или учащение приступа фибрилляции предсердий на фоне коронавирусной инфекции, а также различные виды экстрасистолии, прежде всего желудочковой экстрасистолии, вплоть до желудочковой тахикардии. Механизмы развития аритмии на фоне коронавируса достаточно разнообразны. Прежде всего, это нарушение метаболизма и гипоксии в тяжелый период инфекции. Во-вторых, это может быть гипокалиемия или нарушение электролитного баланса, генез которых может быть обусловлен потенциальным воздействием вируса на ренин-альдостероновую систему. Очень часто проходит развитие миокардита или кардиопатии на фоне вирусной инфекции, которую, к сожалению, мы не всегда хорошо диагностируем. Также не исключена кардиотоксичность противовирусных препаратов, а также нарушение регуляторных функций вегетативной нервной системы и кардиоваскулярного сегмента парасимпатической нервной системы. В плане диагностики, помимо электрокардиограммы, в плане нарушения ритма, хотелось бы отметить, что желательно обязательно изучать уровень тропонина, концевого натриуретического пептида, оценку сатурации крови, а также оценку тиреоидного статуса, потому что на фоне коронавирусной инфекции, к сожалению, помимо сердца, также часто поражается и щитовидная железа. И возникновение злокачественной тахиаритмии при повышении уровня тропонина должно всегда вызывать подозрение на наличие у пациента миокардита. Пароксизмальная тахикардия тоже достаточно часто встречается, причем она не всегда бывает безобидной, иногда частота сердечных сокращений достигает 180 ударов. И при этом рутинное обследование не выявляет грубой патологии миокарда. То есть обычная кардиограмма не всегда показывает данные за миокардит. Это может быть обусловлено также в виде постуральной тахикардии. И, к сожалению, очень часто сопровождается снижением систолического артериального давления. Иногда и диастолическое давление в том числе. И этим пациентам в плане купирования тахикардиетического синдрома является препарат Караксан. Но тогда, когда имеется сочетание с ишемической болезнью сердца, когда позволяет артериальное давление, или же когда имеется артериальная гипертензия, то, конечно, здесь преимущество имеет бета-блокатор. Почему они имеют преимущество? Ну, потому что одним из
основных механизмов повреждения миокарда является гиперсимпатикотония. И у пациентов с коронавирусной инфекцией гиперсимпатикотония является одним из факторов, который запускает порочный круг, приводящий ко многим патологическим состояниям или же обострению хронических состояний. Помимо этого, хотел бы обратить внимание на то, что у 20% пациентов, которые переносят коронавирусную инфекцию, отмечаются различные кардиологии. И эти кардиологии могут сохраняться и в постковидный период. В частности, через 60 дней у 43 пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, только у 18% не было никаких симптомов. А более чем у 55% пациентов отмечалось 3 и более синдрома в постковидный период. И при этом хотел бы отметить, что для коронавирусной инфекции и не только в постковидный период, а и в острую ситуацию характерно поражение не только мелких артерий, но и, к сожалению, крупных артерий, которые могут приводить к острому коронарному синдрому. И сейчас возникает достаточно серьезная проблема с этим коронарным синдромом. Почему? Потому что, во-первых, требуется выделение чистой и грязной зоны в отделениях. Во-вторых, один и тот же аппарат используется, как правило, и для пациентов с коронарной инфекции и коронавирусной инфекции, а также пациенты, у которых нет этой инфекции. И, скажем так, к сожалению, существует очень серьезная проблема с оказанием помощи, в частности, проведения малоинвазивных оперативных вмешательств при остром коронарном синдроме. И поэтому этим пациентам возможно проведение не только коронарных вмешательств, но и не забываем про тромболизис, который возможно проведение в том числе в отделениях интенсивной терапии. Другое дело, что при развитии острого коронарного синдрома или же подозрении на острый коронарный синдром нагрузочные пробы, как правило, не рекомендованы. Почему? Потому что это чревато тем, что могут развиться достаточно серьезные осложнения, в частности, и фатальное нарушение ритма, и острая сердечная недостаточность, и острая коронарная недостаточность. Поэтому вопрос о проведении нагрузочных проб у пациентов с коронавирусной инфекцией, он обязательно должен оцениваться кардиологом, что, скажем так, более полезно для данного пациента. Отдельно хотел бы остановиться на контроле уровня биомаркеров. Ну, во-первых, различные маркеры у пациента с коронавирусной инфекцией пока еще не получили однозначной оценки. В том числе уровень тропонина может быть повышаться не только при остром коронарном синдроме, но и у пациента с коронавирусной инфекцией. И причин для этого достаточно много. Я уже говорил, что миокардиты, кардиопатии также могут сопровождаться, или другие же нарушения ритма сердца тоже могут приводить к приходящему повышению уровня тропонина. Поэтому одного изолированного повышения тропонина для диагностики инфаркта миокарда у этих пациентов недостаточно. Обязательно надо сопоставить с данными электрокардиограммы, эхокардиограммы. И хотел бы отдельно остановиться на том, что для коронавирусной инфекции инфаркт миокарда первого типа, то есть который обусловлен разрывом бляшки, не является типичным. Помимо прочего, помимо тропонина, другие маркеры, такие как интерлейкин, дотимер, глюкоза, также могут быть использованы для стратификации риска и определения дальнейшей тактики ведения этих пациентов. Эти маркеры не являются критериями коронарного синдрома, но они могут свидетельствовать о тяжести состояния этих пациентов. Помимо этого прочего, также обращаем внимание на натриуретический пептид и его предшественник. В настоящее время клинической значимости повышения ProBNP или BNP у пациента с коронавирусной инфекцией требует дальнейшего изучения. Не всегда повышение этих маркеров должно служить основанием для изменения или интенсификации терапии сердечной недостаточности. Поэтому обязательно обращаем внимание и на другие показатели, в частности, эхокардиограмму и другие показатели. Хотел бы остановиться на том, что помимо миокардита,
Оказывается, достаточно частым синдромом является развитие перикардита. И недавние совершенно свежие данные, которые были представлены нашими коллегами, это Зульфия Анатольевна Сукмарова, Владимир Борисович Симоненко, Ферзан Владимировна Ибрагимова, Алексей Владимирович Демьяненко, которая была опубликована в журнале «Клиническая медицина», они показали, что на фоне коронавирусной инфекции велика вероятность развития перикардита, в частности, выпадного перикардита, и что было достоверно чаще, чем при у пациентов без коронавирусной инфекции. Помимо этого прочего, также, в частности, Зульфии Наилевны Сукмаровой, были представлены данные о развитии отрыва хорды митрального клапана. Из 3000 пациентов было отмечено, что у троих пациентов с коронавирусной инфекцией отмечался отрыв хорды передней митральной створки. В частности, на данном снимке представлен случай, когда мужчина, активно занимающийся спортом, перенесший 10 недель назад коронавирусную инфекцию, отметил снижение толеранции физической нагрузки, и при обследовании у него был выявлен как раз вот отрыв передней митральной створки. И хотелось бы остановиться на том, что если для пролапса митрального клапана, который является, как правило, вот более частой причиной разрыва или отрыва хорды, при физической нагрузке традиционно отмечается отрыв задней хорды, вернее, хорды задней створки, то в данной ситуации отмечается отрыв хорды передней створки, что более характерно для пациентов при ревматических заболеваниях, что еще раз может свидетельствовать в пользу аутоиммунного генеза данных изменений. Но данные утверждения, они требуют еще дальнейшего изучения и подтверждения. К сожалению, одним из наиболее частых симптомов на фоне коронавирусной инфекции является артериальная гипертензия. И она иногда достигает достаточно выраженных цифр, то есть до 300 миллиметров ртутного столба на систолическое артериальное давление. И при этом хотелось бы отметить, что на этом фоне, на фоне инфекции, отмечается нестабильность цифр артериального давления, когда нередко идет чередование повышенного давления с низкими значениями или же с нормализацией давления. Но отмена антигипертензивной терапии в остром периоде увеличивает риск летального исхода от 2 до 4 раз. И хотелось бы отметить, что в данной ситуации, если пациент принимает антигипертензивную терапию, если позволяет артериальное давление, то эти препараты желательно оставить. В некоторых случаях, когда требуется усилить, да, тогда мы можем добавить препараты короткого действия в отделении интенсивной терапии. При стабилизации состояния, при переводе в обычное отделение, тогда возможен переход на препараты пролонгированного действия. И в некоторых случаях иногда достаточно просто добавления небольших доз самочегона для того, чтобы стабилизировать небольшие скачки артериального давления. Почему артериальная гипертензия при коронавирусе? Потому что она достаточно четко коррелирует с такими неблагоприятными состояниями, как летальный исход, септический шок, дыхательная недостаточность, развитие острого респираторного дистресс-синдрома и служит причиной перевода на искусственную вентиляцию легких или же причиной госпитализации в отделении интенсивной терапии. И при этом вот эти изменения, они четко связаны со степенью артериальной гипертензии. Чем выше степень артериальной гипертензии, тем выше неблагоприятные исходы или вот эти клинические состояния. Помимо всего прочего, частота сердечесокращения, она является важнейшим звеном и патогенеза ишемических болезней. И тоже не стоит забывать, что артериальная гипертензия и ишемия, они всегда идут рука об руку. И в данной ситуации, конечно же, предпочтение в плане лечения этих препаратов должно быть отдано бета-блокаторам. Мы уже говорили о том, что ангиотензин, превращающий рецептор, является входными воротами для этого вируса. И в начале эпидемии, и сейчас
возникает вопрос о том, насколько эффективны и могут ли влиять препараты ингибиторы ангиотензин-превращающих ферменты или антагонисты ангиотензиновых рецепторов на распространение коронавирусной инфекции. Пока окончательного ответа нет, но на фоне приема этих препаратов плотность этих рецепторов, конечно, увеличивается. И, соответственно, бета-блокаторы, наверное, здесь имеют преимущество. Но прежде всего то, что они влияют через блокаду симпатической нервной системы, они блокируют развитие и образование ангиотензина по обоим путям развития. И помимо этого, они могут благоприятно влиять при развитии таких неблагоприятных ситуаций, как острый респираторный дистресс-синдром, острый дыхательный недостаток, достаточно септический шок, гиперкоагуляция, различные тромбозы, отек легких и в том числе и гипоксия. При исследовании почти 880 пациентов, проведенном в Европе, в Германии, в Нидерландах, показал, что прием бета-блокатора ассоциировался с меньшим риском смерти или же лечением в условиях интенсивной терапии при сочетании коронавирусной инфекции и артериальной гипертензии. Они показали преимущество по сравнению с другими группами гипотензивных препаратов. Чем же это было обусловлено? Ну, прежде всего, имеются определенные потенциально протективные механизмы бета-блокаторов в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Прежде всего, эти препараты снижают проникновение коронавируса в клетки хозяина. Бета-блокаторы снижают уровень интерлейкина 6, что, в свою очередь, может служить причиной снижения уровня провоспалительных цитокинов, а также благоприятно влиять на цитокиновый шторм. Бета-блокаторы полезны при лечении острого респираторного дистресс-синдрома, а также респираторной недостаточности. Они полезны при развитии септического шока или же отеки легких. Они влияют и благотворно влияют на развитие тромбозов. Они могут способствовать улучшать оксигенацию крови. Кроме того, благодаря тому, что они снижают секрецию слизи, это благоприятно влияет на дыхательную недостаточность у пациентов с коронавирусной инфекцией. Помимо этого, благодаря влиянию на ингибирование нот-подобный рецепторный белок, они препятствуют развитию инфлюмосомы, что в свою очередь влияет на развитие интерлейкина 1 бета и, соответственно, также препятствует развитию воспаления. И помимо этого доказано, что прием бета-блокаторов относительно безопасен при различных респираторных заболеваниях. Какие же факторы благотворно влияют на использование бета-блокаторов при коронавирусной инфекции? Ну, во-первых, прием бета-блокаторов снижал летальность у этих пациентов на 80%. А отмена бета-блокаторов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и развитием коронавирусной инфекции сопровождалась повышением летальности в 3,6 раза. А у пациентов в сочетании коронавирусной инфекции с хронической сердечной недостаточностью отмена бета-блокаторов увеличила летальные исходы в 4 раза. И хотелось бы еще раз подчеркнуть, что использование бета-блокаторов было ассоциировано с меньшей заболеваемостью коронавирусной инфекции на 18% по сравнению с лицами, которые не принимали эти препараты. Другим препаратом, который применяется и рекомендован при лечении пациентов с хронической сердечной недостаточностью, с артериальной гипертензией, с сердечно-сосудистыми заболеваниями на фоне коронавирусной инфекции, это препараты из группы антагонистов кальция. Но наиболее изученным является из этой группы препарат амлодипин, который подтвердил свою эффективность во многих исследованиях. И было также доказано, что пациенты с артериальной гипертензией и коронавирусной инфекцией на фоне приема амлодипина показали лучшую выживаемость. Чем же это было обусловлено? А это было обусловлено тем, что амлодипин, так же, как и бета-блокаторы, благотворно влияет на препятствие проникновения вируса в клетку хозяина. Прежде всего, для проникновения вируса требуются ионы кальция, это раз. Во-вторых, они действуют
взаимодействие, как правило, для проникновения с кальциевым каналом, который блокирует эти препараты. И кальций используется также при репликации вирусного генома. И, соответственно, при приеме блокаторов, антагонистов кальция, вирус гораздо меньше проявляет свою инфекционность. И помимо этого, подавление инфекционности было доказано в том числе и в инвитро, когда были использованы эпителиальные клетки мышей. И на этом фоне было доказано, что да, прием этих препаратов препятствует проникновению вирусов в клетки. Помимо прочего, в Китае было проведено исследование, в котором было исследовано более 4500 пациентов, которые были госпитализированы по поводу коронавирусной инфекции, из них почти 1500 были с артериальной гипертензией и принимали препараты блокаторов кальция в каналах более 1000 человек. И при этом отмечалось, что риск смерти у этих пациентов был в 3 раза меньше по сравнению с теми лицами, которые не принимали блокаторы кальция. Таким образом, и бета-блокаторы, и блокаторы кальциевых каналов ассоциируются с лучшими исходами у пациентов с коронавирусной инфекцией. Это влияло и на выживаемость, и на смертность. Ну и препаратами, которые применяются, я хотел бы остановиться, это комбинированный препарат. Это препарат амлодипина и бисопролол. Это наиболее часто применяемые, наиболее хорошо известные эти препараты, которые подавляют инфекционность, уменьшают инфекционность и приводят к благотворным клиническим эффектам. И в частности, вот комбинированный препарат, который содержит молекулу и бисопролола, и молекулу амлодипина, это препарат Конкор-АМ. Он с высокой положительным профилем безопасности, всего лишь 0,7% дают неблагоприятные эффекты, и высокая приверженность к лечению этим препаратом. 98% пациентов, которые принимали эти препараты, оставились на этой терапии. Комплементарные механизмы я уже говорил. Хотел бы остановиться, что имеются достаточно различные дозировки этих препаратов. Это 5-5, 5-10, 10-5 и 10-10 мг бисопролола и амлодипина. Таким образом, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний при коронавирусной инфекции наиболее частыми препаратами применяются бета-блокаторы и антагонисты кальция, которые доказали и свою эффективность, и препятствие развития инфекции. И эти препараты вошли в рекомендации по лечению, в том числе постковидного синдрома пациентов с стенокардией, нарушением ритма и коронарным синдромом. И для лечения этих пациентов, конечно, необходимо отдавать предпочтение фиксированным лекарственным препаратам. Ну, помимо этих препаратов, хотел бы отметить, что кроме бета-блокаторов и антагонистов кальция по ингибиторам ренин-ангиотензин-альдостеронной системы в настоящее время нет подтверждающих данных или экспериментальных данных, свидетельствующих о благоприятном или о неблагоприятном течении терапии этих пациентов у пациентов с коронавирусной инфекцией. И если эти пациенты принимали до заболевания эти препараты, то лучше, конечно, их также и оставить. Почему? Потому что отмена этих препаратов существенно увеличивает риск сердечно-сосудистых катастроф. И решение о том, принимать, не принимать эти препараты, конечно, стоит принимать индивидуально у каждого пациента. И отдельно хотел бы остановиться на статинах. Статины, благодаря тому, что они имеют множественные иммуномодулирующие эффекты, они могут способствовать, прежде всего, повышению врожденного противовирусного иммунного ответа, а во-вторых, они могут снижать повреждения органов и систем на фоне коронавирусной инфекции. Поэтому, если пациент принимал эти препараты до развития коронавирусной инфекции, то их желательно и продолжить. Но, опять же, с учетом того, что они могут быть взаимодействия с различными противовирусными препаратами, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции. Если же нет противопоказаний, то желательно рассмотреть вопрос о назначении этих препаратов. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Готов ответить на вопросы. Спасибо. Вопросы.
Конечно, вы мне нож в сердце всадили со статинами, ну ладно, пропущу. Друзья, ну давайте вопросы, потому что доклад обстоятельный, большой, много информации и наверняка много вопросов. Значит, главное, наверное, все-таки, что не надо бросать ту терапию, которая проводилась ранее. Да? Вот это принципиальный вопрос, потому что когда начинался ковид, все писали, давайте отменять ПААКи, давайте отменять ингибитор АПФ, давайте то, давайте сё. Потом, когда с этим с гидрохлорохином пошла эта тема, давайте мы его тоже будем убирать. А ревматолог говорит, ну как же убирать от базовой терапии? Ну как, вот если у нас больные на этой терапии уже идут, почему же нужно ее убирать-то? Вот. Также и здесь сердечно-сосудистая патология, но как минимум это нужно четко понимать, да, что базовая терапия не убирается. А уж там дальше как симптоматически то назначается, все назначается и так далее. Так, при COVID-19 часто возникает повышение печёночных ферментов. Часто это есть симптом поражения мышечной ткани. Как в этом случае поступать с назначением статинов? Ну да, это вот вопрос такой на засыпку. Ну, вопрос достаточно сложный в том плане, что все прекрасно знаем, что если повышается больше, чем в 3 нормы, тогда это показание к отмене статинов. И в данной ситуации, конечно, наверное, следует придерживаться той же самой позиции. Ну, тут надо понимать, что еще парацетамол назначается в безумных количествах. Никто же не контролирует его назначение. Везде написано, что надо принимать парацетамол. Мы категорически против и всем отменяем. Мы всем даем, как жаропонижающим, анальгин. Ну вот, потому что парацетамол – это гепатотоксический яд. И тут, конечно, сочетание нескольких препаратов с гепатотоксическим эффектом, включая статины, это совсем не здорово. Вот, поэтому я так и ойкнул от статинов сразу. Мы их не отменяем, но никому не назначаем, как минимум. Парацетамол-то мы просто говорим, что, ребята, не шутите с огнем, будут неприятности. Еще вопросы? Ну хорошо, если нет вопросов, тогда поблагодарим Юрия Викторовича за такой очень распространенный доклад. Я так понимаю, что материал постепенно ширится, набирается, появляются новые данные, которые мы, наверное, будем и дальше выслушивать. После ковида прежние физические нагрузки, бег нельзя. Нельзя. Правильно. После ковида и Американская ассоциация также рекомендует, что не менее 6 месяцев, от 3 до 6 месяцев не проводить никакие физические нагрузки. И мы придерживаемся той же самой тактики, что физическая нагрузка в постковидный период, она может провоцировать другие неблагоприятные состояния. Почему? Потому что, ну, одно дело, когда крупная артерия, то, что творится с мелкими артериями, одному Богу известно. Но нарушение ритма, к сожалению, я вам уже показал, что и миокардит, и перикардит, и другие вещи, они, конечно, провоцируют эти нарушения ритма. И даже вмешательство на фоне коронавирусной инфекции в коронарные артерии желательно ограничить, потому что они могут тоже спровоцировать не цитокиновый шторм, а аритмогенный шторм. И действительно, бывают очень серьезные последствия от этого. Ну, я хочу отметить, что у нас в рекомендациях это жестко написано, что все нагрузки должны быть минимизированы. Это не значит, что их вообще не надо, но, так сказать, бегать точно не стоит. Во всяком случае, какое-то время. Заодно не нужно в баню ходить, не нужно на солнце жариться. То есть нужно очень блюсти себя, иначе может быть все нехорошо. И, к сожалению, опыт такой есть отрицательный. Это не то, что мы там просто так, да, видите, американцы к тому же самому пришли, к чему пришли и мы. Это не теоретические рассуждения, это, к сожалению, отрицательный опыт. Ну, хорошо, запись у нас, как обычно. Спасибо большое.